Всем привет! Вы на канале Ананасленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Продюсер Алексей Остудин порадовался сообщением о том, что популярные тиктокеры Даня Милохин и инстасамка уехали из России. Об этом он рассказал в одном из интервью. Ранее стало известно, что Даня Милохин уехал из России в Казахстан, а инстасамка отправилась в Арабские Эмираты. При этом она заявила, что не собирается возвращаться на родину. Остудин с воодушевлением воспринял новость об их отъезде. По мнению продюсера, от этого страна только выиграет. «То, что эти персонажи уехали, это очищение», – сказал Остудин. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Нам очень интересно ваше мнение. Вы были на канале Ананасленд. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананасленд. Ананасовое настроение.